Состояние всенародно любимого ведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова стабилизировано, врачи предотвратили риск развития гипертонии. В публикации отмечается, что 86-летний Николай Николаевич сейчас проходит лечение в рамках дневного стационара. На процедуры он ездит вместе с супругой. Также врач утверждает, что у телеведущего обнаружена злокачественная опухоль, но врачи считают, что смогут ее удалить. Стоит отметить, что сам Николай Николаевич не любит беседовать со СМИ о своем здоровье. Например, несколько месяцев назад, когда ученый попал в больницу с переломами нескольких ребер, сам Дроздов долгое время не делал на этот счет никаких заявлений. Делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.